Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как подключить камбуз, то есть мультимедийные кнопки руля. Провода камбуз с правой стороны под бардачком. Полную установку аудиосистемы и декодера ссылку оставлю в описании под видео. Снимаем этот разъем, но аккуратно, чтобы ничего не сломать. Подключаем плюс к плюсу и минус к минусу. Все провода подключены друг к другу, так что не имеет значения, к какой паре проводов вы подключаетесь. Все провода камбуза на две цвета. Плюс это коричневый с красной полоской и минус это просто коричневый провод. Неважно, сколько вольт у вас будет показать, вы просто подключите плюс к плюсу и минус к минусу. Находим провода плюс и минус в камбуз. Вот они, находим эти провода по цвету. Плюс и минус. CAN control. Тонкий зеленый провод с черной полоской. Это минус. Тонкий зеленый провод плюс. Как видите, все работает, и кнопки руля регулируют громкость и все остальные функции. После установки блока камбуз все стало на свои места, все стало работать как заводской команд. Ссылка на аудиосистему и декодер для оптики будет в описании под видео. Надо запрограммировать кнопки, чтобы работал при удержании. Всем спасибо и удачи на дорогах!